Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, шапке, профиль, найти меня в Инстаграме, Ютуб-канал, Телеграм-канал. Также есть статьи в интернете и мои сайты. Сегодня у меня гадание по дням, по неделям. Неделя 18-24 ноября. Влияние астрологических аспектов на жизнь каждого из знаков. Когда мы рождаемся, да, есть группы, да, 12 знаков зодиака. Жизнь каждого из нас уже как прописано по какой-то программе, да, ткань нашей жизни, на которую каждый день, каждую неделю влияет расстановка астрологических аспектов, да, астрологических тел всяких. Астрономических: Солнце, Луна самые близкие, и есть звезды, кометы и планеты. И также, как они врываются, как они исчезают, как они влияют на наше сон, здоровье, ум, финансовые дела. Дева, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Какие-то порталы открываются, какие-то закрываются. Также есть родовая история, которая поверх этой ткани, да, программы накладывается. И наше вмешательство магическим способом. Начинаем с Девы. Да, и вот утром мы просыпаемся, у нас будет Солнце. Вот прям такая прямая... Прямая физиологическая есть связь, самая очевидная. Мы рассматриваем дальше. Глубже копаем. Девы. Тройка Пентаклей. Девы сбились. Что-то вам поступила какая-то ошибочная информация. Пытайтесь не разобраться, что не так, почему так. Где человек принес вам какой-то сбой, где вы ошиблись сами. Ищем. Состояние по работе. Сила. Вы прям... выкладываетесь, что-то пытаетесь двинуть с места, оно вам как-то не по силам. Пока. Помним, что это гадание на неделю. Ну, достаточно такая активность. Смотрим дальше. Соответственно, совет по этим картам, видимо, не усердствовать пока. Зато у вас девятка Пентаклей, идут доходы от влияния на социум, на людей. Всякого рода ораторы, политики, все, кто работают с большими массами людей, влияет на людей. Да? Ваш доход, вот он тут. Денежка, прям все готовы к вам ее нести. Интересная карта в личной жизни, король жезлов. Девы обаятельные, привлекательные, особенно мужчины. Для женщин это прям... Женщин, дев, ну, надеюсь, одиноких. Или неправильных замужних потянет на эротические какие-то, да, связь. Прям горит огнем, прекрасная. Прям сексуальная карта. Что в личной жизни повешено? Ага. У вас есть связь, она вас подвешивает просто. Вы ощутите вот эту вот какую-то затянутость, что-то. Ну, это... Помним, что это расклад на неделю. Еще и двойка чаш перевернута. Партнер, партнерша, с которым не очень-то хочется быть. Ничего интересного. Дело тянется. Но вы ничего не решаете. Нужно пока с вашей силы. Ага, ну вот, да. Кажетесь, может, это и тот человек, которым вы в постели окажетесь, как бы случайно, не просто по велению эмоций каких-то случайных. И ощутите же привязанность, либо это попытка уйти от этого бесяка. Наши Весы. Тусня, в которой Весам будет все очень нравиться. Также вы появитесь на фоне каких-то конкурентов, конкуренток. И будете привлекать всеобщее внимание таким весельем. По работе тудым-сюдым бегаем, скачут. Это также у вас есть люди, которые вдохновляют, идеи, всадники этому жрецу, могут быть и идеи, и люди, и носители их. Пока не ясно, что с этим делать, пока туда-сюда носиться. Яркая женщина, королева огня, прям неделя идей творчества у нас какая-то. Женщина, которая... привлекает ваше внимание, дает нам новые импульсы для мужчин и для женщин. Хотя для женщин это может быть ваша конкурентка. Вот как в семье,
ваша более красивая подруга или более успешная. Но, однако, карта хочу, обратите на это внимание, да, возможно, что пришел момент стать более яркой, стать более сильной в плане предъявить себя обществу, да. Состояние здоровья, старая какая-то болячка, но вы ее хорошо знаете, как ее лечить. В общем-то, неожиданностью для этого вам не станет болезнь пищеварения и сосудистые. В общем, ничего страшного. Ага, личная жизнь. Вы как-то не поднимаете голову за своими обычными тревогами, там, вопросами, решениями, там, ваших бытовых вопросов со здоровьем. Что-то как не до любви. Все как-то тяжко и неинтересно весам. Что-то вот... Хотя вот видите, началось с праздника. Ну, в общем, вы держите компромисс в существующих отношениях. И пока заняты. Заняты вашими какими-то идеями обустройства вашей жизни. Да, больше такого вот плана ментального. Да, вот где-то весы. Интересы, хобби, работа, развитие. Знания. Скорпионы. Прям всегда за скорпионов берусь. О, скорпионов солнце. Самая лучшая карта Таро, которая затмевает абсолютно все негативные. Ну что, светит солнце? Наконец-то. Теплые отношения, приятные известия, знания, теплое поддерживающее окружение, семья, расцвет, получение денежек. Счастливая, тихая, спокойная жизнь, кому-то слава, познание. По работе старые дела, которые приходится доделывать. Может быть, вы уже в конце собираетесь увольняться, или вам на что-то надо доделать, занесли хвост какой-то делать. Также это, даже если не учитесь и не работаете, это что-то переделывать придется, да, до конца уже. Состояние в социуме есть люди, которые они вами очень интересуются. Ну, скорпионы много привлекают людей к себе, потому что неоднозначны, часто противоречивы, да, и поэтому на этом привлекательны, в смысле сексуально. Так, что у нас по здоровью? Все пошли проверять что-то. Пошел скорпион, будет что-то проверять. Проверьте мне, собирать информацию о своем здоровье. Посетит какого-то терапевта. Также, возможно, вмешательство там какое-то минимальное с целью взять анализы, что-то там вас проверить. Сбор информации идет. Ой-ой-ой. Ой, скорпионы, это всегда... Да, какая-то драма. В личной жизни черная карта. Что такое? Что это такое? Ничего, солнце. Солнце как бы прикроет это. Однако это страдание. Может быть, причем на ровном месте. Это может быть что-то вот вспомнили. Происходит что-то против вашей воли, вообще что-то непонятное. Также влияние порчи. Давайте так. Причем скорпион решает даже забить на это дело, переждать его. Помним, все-таки это в перспективе недели. А, откуда эта черная карта? Личная жизнь. Вот так все тихо, спокойно. Прям накроет что-то, накроет ненавистью какой-то. Прям скорпион вспомнит, кто-то ему наступил на пятку 5 лет назад. Бывает. Также это может что-то с вашим любимым человеком также случается, что-то вообще такое. Он будет вас звать во сне, приди, приди. Стрелец. Любовники перевернуты, ну что? Стрельцов тянет не туда, куда надо. Вы теряете управление партнером, да, который явно куда-то смотрит налево. Сейчас посмотрим, это может быть партнер не только в личной жизни, но и по работе, по деньгам. У вас большие планы, говорится, объять необъятное, бороздить мир. Заграничная поездка, расширение связей по миру, прекрасная карта.
Открытие новых путей. Вау, кольцо фортуны. Новые друзья, новые идеи, шансы, развитие, интересные люди, новое окружение. О, стрельцы. Состояние здоровья. Меланхолия, воспоминания, грусть, печаль. Собственно, на здоровье не особо влияет. Страхи, воспоминания. Может быть, какие-то ощущения в теле, которые как бы напомнят вам о какой-то старой болезни, но это не болезнь. То есть это ваши воспоминания такие, что вот что-то было когда-то, а вдруг оно вернулось. Страхи из прошлого. В личной жизни подвешенное состояние. Ну, только нерешенный вопрос каким-то. Он может быть нерешенный для вас. Да, привязанность какая-то, которая вот зависла, повисла ни тудым, ни сюдым. Вы ее ощутите. Даже если, допустим, вы давно уже эту привязанность для себя как-то решили. Ну, давайте посмотрим. Ну, для тех, кто, допустим, боится, наоборот, развода какого-то. То есть, нет, ваша связь пока висит. Сложные отношения не разрываются, с другой стороны. Зато у вас идет денежка, вестник пентаклей, подарок. Ну вот, стрельцовые стрельцы. Интересно. Прибыль, деньги, приятные известия материального плана. Скорее, откуда? Ну, скорее всего, мир. То есть, карьерная такая интересная карта. Распространяйте свое влияние по миру. Международные всякие другие страны. И вот вам и денежка оттуда летит. Подарочки. Наши козероги. Ох. Дотянуться до звезды в козероге. Прям мечтают. Мечтают о прекрасном, о высоком. Устремлены в космос, как говорится, высокие материи. Молодцы, молодцы. По работе. То сколько перевернутый. Но не хочется работать, бывает. Уже устали, эмоционально выгорели. Кроме того, не очень-то хочется работать. Что-то не очень хочется работать. Нет радости, нет, не получаете столько, сколько вы хотели от этого получить. Что дальше идет? Стабильное положение в обществе, решение, плановое решение ваших, вот такое вот на бытовом уровне, то есть то, что вы запланировали, вы получите. Если это что-то такое, ну, текучка какая-то. Здоровье. Здоровье, улучшение здоровья, особенно если у вас какие-то проблемы, травмы, ног были, то есть вы лежали, не двигались. Теперь вы можете встать и быть активными. У вас все теперь заработало, как говорится. Особенно тех, кто восстает после болезней, операций. Состояние вашей личной жизни. Королева Пентаклей. У вас есть отношения, в которых немножко вы так жметесь на эмоции. Больше заняты бытовухой какой-то. Мужчинам это такая женщина-бухгалтер, такая строгая. Вот. Для женщин какая-то неэротическая карта совершенно. Вас больше интересуют ваши, говорится, материальные дела. Зато женщинам, козерогам идет король мечей, друг ваш, знакомство. И вы с ним, мужчина знака воздуха, кто у нас водолей, весы, близнецы, человек при погонах, кто у нас там детектив, программист. Ну, вот из ниоткуда вот так вот раз и взялся. А мужчинам это друзья такие, да? Круг друзей, которые несут вам важную информацию, кстати. И наши водолеи. Денежка. Вы так ее долго тянули, вы так долго обрабатывали это все дело. Вот, наконец, эта денежка поступает к вам. Скорее всего, что-то безнал, это что у нас? Валюта. Выход из кризиса по работе. То есть какие-то сложности или авральная ситуация, вы вышли.
также расстались с нелюбимой работой. То есть это вы можете уйти с работы по собственному желанию, вот, скажем, перейти из худшего в лучшее, такое вот, выйти из этого какой-то галимой работы. Однако социум, окружение. А водолеи у нас такие свободолюбивые, своенравные девушки, ребята. Часто общество их не принимает. И вот такая вот, мягко говоря, разногласия. Зато у вас хорошее состояние здоровья, вы за ним следите, знаете, даже при любых обстоятельствах состояния здоровья. То, что вы вкладываете, вам помогает, потому что у вас есть хорошая база, человек, который хорошо знает. Консультация рекомендуется вам, особенно хорошо информация про здоровье идет, в плане как его поддерживать, лечить даже самые сложные заболевания. По состоянию в личной жизни есть император. Ну, то есть такой вот жесткость такая, да, тут она присуща, если вы мужчина, да, вы так очень держите под контролем все. Может быть, даже излишне жестко действуете, да, из существующих контролируете. Отпустите немножко. А для женщины, там мужчина, он такой у вас царь, царь народов, отец народов. Вмешательство, может быть, какого-то, кто у нас там, свекр, дед, тесть, так, со своей, своевольного. О, еще и луна. То у них какие-то непонятные, смутные дела ощущаются. Также это ощущение, что в вашу жизнь входит какие-то влияния тайные, эзотерические течения. Планетарная в том числе, да, луна, что-то кто-то искажает, кто-то выдает, лжет, скрывает, но это больше касается личной жизни. То есть чувствуете, что что-то такое привирает ваш партнер, искажает, темнит. А с вами была Графина, все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.